Всем привет! Вы на канале Авокадики или Суперканал. Ищите или то, или другое. Ну а я начинаю свои истории про кукол. Ну, поехали. Мама, мне кажется, мои сестры уже давно уснули. Дочка, мне кажется, они еще нет. Я пойду их проверю. А еще мне нужно настроить мой планшет, который только что пришел. Он такой красивый и модный. Пойдемте с вами вместе. Ох, я так и знала, они спят. Эх, ну ладно. Это, кстати, их сиденье. Вот. Там они поставят телевизор и будут снимать. Ну, ролики смотреть, точнее. А там моя комната. Пошлите туда. Давайте выйдите с другой стороны. Ну вот, я тут уже жду вас давно. Ну как? Вот, сейчас покажу вам мой ноутбук. Вот, это пауэрбанк. Планшет, ноутбук. Ну, резиночка. Ой, не падай. Мой рюкзачок и вещи, кроватка. Ох, ну и день сегодня выдался. Я так устала, что и есть не хочу. Ладно, так, ну что, давайте спать ложиться. Ох, у меня даже сил нету накрываться. Ой, все, накрылась. Ой, я так устала. Тем временем, пока она спала, мама сидела еще на крыльце. Ох, девочки так быстро растут, что вообще, мне так хочется, чтобы они еще были понемножко маленькие. Это же так забавно. Так, тогда надо пойти проверить одежду. Так, не знаю. Может сухая, а может сырая. Потрогать. Ой, сырая. Интересно, что мне подарить моей дочке Джоу? Той, светленькой, вы ее видели, наверное. У меня совсем нет идей. Вот моя дочь старшая, Аня. Она уже давно подготовила подарок. Цветы и олово. Ну, из холодного сердца. А мне что подарить? Мне... Ай, как скользко. Ой. Моя нога. Что же мне делать? Ой, как больно. Но меня никто не отнесет, так что придется вставать. Ой. Сейчас. Ох. Ну, я что-то так проголодалась. Пойду-ка я поем на кухне. Думаю, там вполне себе подойдет место. Завтра же в школу детям. Я забыла будильник. А еще нужно быстрее лечь спать. Фу, вот кухня. Вот моя спальня. Как ты, Эльза? С тобой все хорошо? Ой, не очень. Жалко. Мне так думала, что с тобой будет мыться, что я очень сильно заболела. Не переживай, Эльза, все будет хорошо, но я, поскольку не заразная, пойду к девочкам. Завтра в школу рано вставать, еще опоздаем, опять будет невесело. Так, ну-ка, вы почему еще не спите? Ну-ка, быстро все сдвинулись. Мама, я жду, давайте быстрее. Сейчас. Ой.
Настя, двигайся. Ой, мама, лучше бы ты пошла к Эльзе. На, ложись. Эльза болеет, я вам 200 раз повторяла. Ох. Ой. У меня уже мерещится третья рука. Ой. Завтра рано вставать, девчонки. Надо скорее ложиться спать. На следующее утро рано-рано-рано Аня просыпалась, как обычно. Самая первая. Хорошо, я выспалась. Так, чтобы мне в школу одеть. Футболка. Юбка. Ой, все не то, все не то. Может, не пойти в этой футболке и... В юбке? Не-не-не. Лучше нет. Или вот так. Что же мне делать? Я не знаю, что мне одеть. Из-за того, что я положила в свой топик штаники, даже не знаю. Так, ладно, кофту я уже определилась. Вот теперь вот... Ах, так, убираем штору. Один, наверное, все-таки вот эту юбочку. Давайте. Подъем! Мама, встаем! Девочки, мы опаздываем в школу! Куда? Что? А, в школу? Ой-ой-ой, Аня, беги, одевайся, я бегу! Нет, девочки, быстро просыпаемся и идем в школу, быстрее! Я говорю, быстро собирайтесь! Опять началось суетня. Тоже упала уже. Мама. Мы готовы. Ну, я. Хорошо. Не знаю. Ладно. Идите скорее завтракать. Побежали. Ой, а мне придется вставать. Ох, пойду посмотрю портфели их. Что же делать мне? Отлично. Я готова. Можно посидеть пока, подождать всех остальных. Не знаю, зачем мама повела их завтракать, потому что мы не завтракаем никогда. Все, я готова. Можно ждать. Мама, мы позавтракали. Все, бежим в школу. Девочки, быстрее, я опоздаю. Девочки отправились в путь. О, идем. Быстрее бежим.
опоздали, так опоздали. Не говори, больше никогда не будем опаздывать. Девочки, тихо! Урок начался, ну совместно вообще-то. Если вы вдруг что-то забыли. Сидим, слушаем, тихо. Дети, почему вы опять опоздали? Я же просила не опаздывать. Простите, мы больше так не будем. Вы мне говорите, это уже 25-й раз. Чьи это вообще игрушки? Я не разрешала в классе иметь игрушек. Ой. С вами все хорошо, Лизавета Васильевна? О, со мной? Нет, я не в порядке. А к врачу меня отнесите? Вы брови расшибли. Я не знаю, как это случилось. Помоги мне. Да-да-да, сейчас, не беспокойтесь. Я быстро позову на помощь. Девочки, быстро. Ну-ка, подсуйте, елить. Быстро понесли. Точнее, вызвали врача. Девочки, вы вот позаботьтесь о Лизавете, а я быстро. Врача нету. Ладно, давайте я вам помогу как-нибудь. Вот, садитесь. Тут вроде бы немного крови течет, так что сейчас должно закончиться. Посидите. Я быстренько. Сейчас вернусь. У меня фиолетовый пластырь, только уж простите меня. Так. Вот. Уже спешу с пластырем фиолетовым. Так. Ой, у меня пластырь выронила. Ну, я случайно. Где он? Ну вот так вот. Вроде бы получается. Ой, все, я такая бодрая, я только готова 100 уроков вести. Не без прерыва. Хорошо, мы садимся, продолжаем. Вы же на уроке музыки, я не понимаю. Что вы все развлеклись? Я вам помогала. Быстро сядь, это 2 получишь. Хорошо. Зачем вы думаете, мама ваша попросила меня сделать совместно отдельный урок? Думаете, чтобы я просто так свои силы тратила? Нет, я певица, а это искусство. Так что, чтобы сейчас же все начали делать мои задания, понятненько? Да, понятно. Начинаем. Я сейчас дам тетрадки, альбом. И будете писать мне, пока не напишете все, что я выпрошу. Хорошо. Так, сейчас я быстро. Вот первый. Держи, что-то такая нерасторопная, быстро. У нас урок вообще-то идет, если ты забыла. Альбомы. Ненавижу альбомы. Держите. Не кидайтесь. Так, повторяем на туля. Ля. Ой, простите, пожалуйста. Чоу, как можно быть такой нерасторопной? Я случайно. Еще раз. Ля. Можно мне не ходить на уроки? Я передумала. Говори. Ля. Теперь ты, кудрявая. Кто у нас кудрявая? Ты. Ля. Ты. Ля. Слышь, как тихо. Ладно. Так, что бы вам сказать? О. Алло. Что делаем? Давайте.
Белые бараны били барабаны, барабаны били, лоб себе разбили. Повторяйте. Ой, простите. Ты. Белые бараны били барабаны. Никакие в карабаны, барабаны. Белые бараны били в карабаны, барабаны, барабаны. Еще раз ты. Белые бараны били в карабаны. Белые бараны били в карабаны. Фу, от тебя заразилась. Барабаны. Белые бараны били в барабаны. Барабаны били, лоб себе разбили. Молодец, хорошая. Справилась. Ты. Барабаны били, лоб себе разбили. Белые бараны били в барабаны. Барабаны били, лоб себе разбили. Давай. Белые бараны били в барабаны. Барабаны били, лоб себе разбили. А, давайте поставлю ты. Белые бараны били в барабаны. Барабаны били, лоб себе разбили. Какие били? Били, а не пили. Как с вами трудно. Я вообще не понимаю, как с вами кто-то иной занимается. Это невозможно. Просто поразительно. Все, идите домой. Индивидуальный урок закончен. А, странная учительница. На этот раз не могу не согласиться. А, как я устала. Пойдемте, девочки. О, зато завтра мы идем в киношку. Ага. В школе. Понравились наши серии? Серия. Ох, хоть мы и недавно начали снимать, но все равно я очень рада, что ты посмотрела это видео. Нажимай на подписаться, колокольчик и лайк. Я недавно начала снимать. Буквально это первое мое видео на канале. Смотри видео дальше. На или суперканал, или авокадики. И смотри, не пропусти ни видео. Так я буду знать, что тебе они понравились. А теперь пора время прощаться. Завтрашнее видео будет про кино. Как мы пойдем в киношку. Да-да-да, не забывайте. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал, жать на колокольчик, смотреть наши все новые видео. Да, ведь лайк это очень важно. Мы стараемся быть красивыми и угодить вам. Так что давай, не жалей. Следующие серии ты найдешь дальше. А чтобы подпишись, тогда я пойму, что тебе это понравилось. И буду снимать дальше новые интересные серии. А за первую не суди. Первый раз. Давайте. Всем пока-пока. Хочу, чтобы все знали, какие вы красивые и умные, если подпишетесь. Так что давайте, жмите колокольчик, подписочку. И будем дальше. Я буду дальше снимать. Ждите наши новые крутые серии. Всем до новых встреч. Всем пока. Правильно. Пока. Ну, это было первое видео. Не суди строго. Лучше подписывайся, нажми колокольчик и смотри следующее видео. Давай, я верю, что именно ты, вот ты смотришь меня сейчас и не подписан. Подписывайся. Давай, я жду. У тебя есть 5 секунд на это. Раз. Найди кнопочку подписаться. 2. Подпишись. 3. Поставь лайк. 4. Посмотри, все ли есть. 5. Нажми колокольчик, и задание завершено. Молодец! Продолжай в том же духе. Всем пока-пока!